Что-то не видно. Сейчас видно? Нет, вот сейчас видно. Мир вам, Игнат Тихонович. С миром, брат Георгий. Слушаю. Я звоню по делу. Вот я вчера разговаривал с братом Михаилом, и он мне предложил такую вот работу, работать у брата Андрея Головача в Барнауле. Да. Я созвонился, он согласен. Родители меня отпустили в Барнаул, все, я уже вещи собрал, Андрей не против. А вы с Андреем-то говорили? Андрей сказал, приезжай, если Игнат Тихонович не против. Я хочу у вас спросить, отец отпустил, мать отпустил, вот вещи уже собраны у меня, мать мне вещи все отдала. Она меня отпустила при одном условии, если я им буду звонить им. Обязательно. Уже вещи все собраны. Так. Андрей не против. Андрей-то не против, ну ты-то будешь послушать слушание полное нести? Так надо быть в полном послушании. Вставать рано, да, как я... положено. И тогда мы будем видеться. Никаких отговорок не должно быть. Только приехал, заболел там или осопливил. Это не годится. Это скотина. Он, что тебе показывают, что показывают, то надо делать. А на кормежку там они позаботятся. Сейчас до Пасхи молочной нету и мясного нету. Так что ты посты-то у нас строго соблюдать должны. Хорошо. Как скажете, ну все, и откуда ты выезжаешь? Город какой? Оренбург. Да это не так и далеко от нас. Вы не против сами? Я не против, я благословляю тебя на это тоже. Господи, только чтобы ты был в полном послушании, потому что там или Елена, мать его где-то, чтобы ты слушался, что говорят, они худого так, не как скажут. Как скажете, да, в полном послушании, я согласен. Ну, а без послушания-то нигде нет, у тебя зашибут и все, в армии там и хоть где. Если послушания-то нет, кому ты нужен? Сразу договор составьте, что ты слушаешься, что они тебе дают жилье, дают там пропитание. Ну, воскресный день, когда ты там, чтобы в церковь мог сходить к нам сюда, мы с тобой будем видеться, они к нам сюда едут. Ну все, у тебя что ты наложил там, рубашки, брюки? Да, рубашки, ну я вот пока работал, я себя одел, ну и там мама немножко помогла мне там, а так все мое, рубашки вот. А мама, мама может появиться здесь, сказать, что отпускает, чтобы я поверил? Нет, она на работе. Я могу, ну там, она уже не против, она как бы уже не препятствует, она говорит, так звони и все. Можно вопрос? А она может в Барнаул приехать, если что, ко мне? Конечно. Вопросов даже нет никаких. Она не курит? Мать твоя не курит? Мать не курит? Нет, не курит. Ну все. Выпивает, и надо так поправить. Ну, тут она не будет делать этого. Ну, вот заранее определиться, когда и что, чтобы зря-то не надо от работы отрывать. Тут надо работать, ты хорошему научишься послушанию. Тут на глазах будет все рядом. Когда выезжаешь? Ну, неделя, может быть, в конце недели, может, через на следующей неделе, скорее всего. Сейчас пока билеты куплю, соберусь потихоньку и уеду уже скоро. Давай. Ты смотри, за это время только не испорти все положение. Так матери поласковей будь, чтобы воспоминания были хорошие. Запиши ее слова. У тебя там есть что записать? Запиши, что она скажет, отпускаю тебя, я к тебе в гости приеду. Ты, чтобы скажи, и ты уже будешь ее принимать. Будет здесь где ей побыть. Ну все тогда, я ухожу. Ухожу, все. Все, давай. Игнат Тихонович, можете помолиться за меня? Давай. Отец Небесный, хвала Тебе, слава, честь и поклонение за великие неизреченные милости Твои. Ты, Господи, и кроме Тебя нет иного Бога. Ты даешь человеку время, чтобы он исправился. Благослови Георгия в этот путь, и расположение матери его сохрани на многое время. И здесь, где он будет, у Андрея, у Елены, чтобы здесь не было никаких конфронтаций, чтобы все было по согласию, чтобы мы радовались, и душа его радовалась. И чтобы Георгию, дай, Господи, полное послушание, ибо здесь худому его не научит. Тебе хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если согласен, всегда говори аминь.
Тебе меня видно, нет? Я уже поклонился, все. Все. Все? Теперь видно. Ну, теперь. Да. С Богом. С Богом. Вопросов больше нет никаких? Нет, отец. Все, никого. Зря не звони, меня не отрывай. Я ухожу из дома, нет никого тут, звонки идут.